Здравствуйте, дорогие друзья и все, кто смотрит мой канал. С вами сегодня снова я в образе старухи Шпакля. Кто людям помогает, то тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Да, многие говорят, что я переобулась. Нет, я переоделась. Я теперь шарфик буду вот такой вот носить. Вот так вот. А то когда так, он падает. Вот. Так что тапочки у меня все те же. Вот. И не говорите мне, пожалуйста, что я переобулась. Я переоделась. Вот. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы сегодня будем говорить об очень хороших делах. О лекарствах. Вы знаете, что все лекарства на спирту. Так говорил еще мой отец. Да. Когда, например, говорили, что пить вредно, в дискуссиях он говорил, а почему тогда все лекарства на спирту? Вот. Посмотрела я тут передачку одну, одной известной травницы, муравницы, из известного всем сада, с птичьим именем она. Так вот, вы знаете, когда ей задавали люди вопросы, она всегда говорила, что делайте настойку и пейте. Правильно. Выпьешь, и сразу станет легче. Да. Вот поэтому правильно. Все лекарства на спирту. Выпил, и сразу стало легче. Так вот лечит народная медицина настойками на спирту. Но а как она не будет давать другие советы, девочки? Она пока там стримила какой-то период, она все спиртные напитки перечислила. Абсент полчаса вспоминала, и тот вспомнила. Вот. Да, не говоря уж о спирте и водке и так далее, и так далее. Да, видно, человек хорошо знает в этом толк. Ну и, соответственно, публика, которая тоже в этом знает толк, ее поддерживает. Вот я подумала, это до чего ж надо дойти? То ли газету ЗОЖ уже перестали выпускать. Кто знает, выпускают, нет? Я раньше помню, что такие вот там вот складывали, советы читали. Нет, народная медицина, она дело хорошее, но все-таки она должна быть как-то обоснована. Вот. Должен быть какой-то документ у человека, раз он так лечит спокойно. Как можно? Вот вы знаете, я так думаю, что сейчас во второй серии этого стрима начнутся подаваться пасы руками. А вы воду ставите, когда вы ее слушаете? Вы ставьте воду, ставьте крем, наверное, тоже будет помогать. А насколько как Кашпировский и Чумак, царствие ему небесное, покойничек, вот, будет вещать. И лечить вас тоже будет дистанционно. Сейчас ведь все дистанционно и онлайн. Время такое, да? Карантин, самоизоляция. Куда? Наверное, все закрыто. Только к Галке ходить. И лечиться у нее дистанционно. Ну вот, хоть мой канал как бы... Не канал, а вот этот плейлист про старуху Шпакляк. Значит, он как бы юмористический. Но дело тут серьезное. Уже, девочки, юмором тут не пахнет, правда. Вот. Я никого не критикую, я просто обращаю внимание. Вы понимаете, что эти советы, которые она дает, это же уму непостижимо. Она начинает всегда говорить о том, что с ней случилось, когда она лечилась, и потом, как она из этого положения вышла. Вот. Лечила голову лопухом, а потом почку ей лечили врачи. Долечилась до того, что, значит, почку ей лечили все равно врачи. Да. Вот. Она, например, говорит, что папилломы – это паразиты, и надо чиститься. Она говорит, столько лет чистилась, но я уже говорила, что она чистая, как хрусталь. Вот. А вообще папилломы, говорят, это вирус. Говорят, вирус папилломы. Но она противоречит медицине. Да. Наверное, у нее есть на это основание. Ну, пожалуйста, кто верит ей, верьте, продолжайте.
Ну, как бы что ни случилось, как бы почки не пришлось лечить после ее-то лечения. А про лимонную кислоту она что говорит? Надо ее лить на голову, и пусть она попадает в глаза. Не слушайте, ради бога, ее. Если попробуете, то так как-то маленько сначала примочите, проверьте, а то вдруг аллергия какая или еще что. Прям, девочки, ну я не знаю. Вот я слушала и думаю, ну неужели правда люди все слушают и тут же бегут и обливаются этой лимонной кислотой. И вообще она сказала, что знаете что? Что надо кипятить ноги. Нужно кипятить ноги. Вот. Ноги надо кипятить. Что накипятите ноги, чувствую, это сварите их, да и все. Вот как-то она за это самое, за выражением не следит. Ну, конечно, как она там говорила, мухоморику-то примет. Она говорит, что она принимала. Наверное, раз она знает, в ней тоже толк. То значит, у нее там дурман трава, то мухомориха. А последнее, что она заговорила. Ой, я уж не буду говорить про сало в попу. Вот, очень хороший дельный совет такой, да. Наверное, он самый невредный, я так думаю, потому что там стволовые клетки. Да. Вот, мне все говорят. Зачем вы пересказываете? Разве я пересказываю? Я не пересказываю. Я акцентирую внимание. А вдруг кто невнимательно слушал? Вот. А кто-то послушает мой вот такой вот и к ней пойдет. И у нее опять много будет подписчиков. Так что я только на пользу дела работаю, девочки, на пользу дела. Вот таким вот образом. Да. Еще раз про сало, которое в попу. Девочки, ну вот это, я уже говорила, да? К чему это она? Это когда она сказала фразу, я так думаю, ее где-то надо вот написать, что про геморрой можно говорить часами. Представляете? Вот так мне это вот так понравилось. Про геморрой она может говорить часами. Да. Мне кажется, когда геморрой, то тут уже не до разговоров. Надо какие-то применять меры. А она только будет про него говорить. Ну, давайте. Учитесь у нее и лечитесь. Да. Вот. Потом она говорила, что надо запивать либо водкой, либо самогонкой. Она сказала, что она с самогонкой запивает. Представляете? Вот на меня так обиделись, когда я говорила, что они с Еленой Мороз два собака пара. Та самогонкой запивает, и эта самогонкой запивает. Ну, подружки? Да. Кто вот сейчас мне скажет, что это не так? Вот очень даже так. Они сошлись, у них есть общие интересы. Вот. Потом она говорила про яблочный уксус. И она сказала, кристальный, чистый, как первачок. Да, это все к самогону. Угу. Вот. Я уж не знаю, вы как хотите. Верьте или не верьте, хотите на себе проверьте. Но как бы не было последствий. А самое интересное, я вам что скажу в заключение, она еще делает настойку из осиновых каких-то там веточек. А вы подумайте, пожалуйста, кому осиновый кол в гроб-то вбивают? Вот. Так вот. Она уже готовится, видимо, девочки, к противоядию. Наверное, как противоядие пьют. Я так думаю. Вот. Так что нужно опасаться. Я, значит, слушала не очень внимательно. И вот не знаю, может быть, кто услышал, она про настойку из одуванчиков говорила или нет. Если не говорил, то я вам скажу. Да, девочки, это что-то страшное. Настойка из одуванчиков. Помните у Брэдбери? Вино из одуванчиков. Вот я в этом году думаю, надо, наверное, этим вопросом заняться. Проверить все-таки, что же это за вино из одуванчиков. Я, так сказать, плохой специалист по спиртным, но ради эксперимента можно и пожертвовать этим временем. Так, значит, про настойку из одуванчиков. Ее, значит, можно настаивать, наверное, на водке, на самогонке. По советам Галкина-то, да? Это я все к чему, как вы думаете? Вот есть такой канал, я говорю, Сорняк. Угу.
мы с ней, так сказать, одного имени. Вот. Вы понимаете, она, наверное, наслушалась Галкиных советов и превратила себя в настойку из одуванчиков. Если кто-нибудь посмотрит ее канал, то прям там она и плавает в этом самом спиртовом растворе. Так плавает, так плавает. А вообще, что такое одуванчик? Вот он такой красивый-красивый бывает, а потом такой пушистый-пушистый, вроде как ершистый, а сам такой мягкий-мягкий, а на него дунешь, а его и нет. Нету одуванчика, и лица нету. И вот эта блокерша девочки Ураган, она потеряла свое лицо. У нее нет лица. И она использует чужие лица, и мое в том числе. Да. И туда попали еще две блогерши, которые мне, значит, объявили бойкот. Вот. Но им, наверное, нравится. Я так посмотрела. Она несет какую-то чепуху. Иногда что-то у нее там 1+2, 3 не получается. Там у нее какие-то другие цифры выходят. Но это ее личное дело. Что хочет, то и ворочит. Да. Так вот, человек, потерявший лицо. Это что такое? Помните, как говорят, про кого такое выражение? Ты потерял свое лицо. Это тогда, когда человек сделал что-то плохое. Что ж ты такое натворила, тезка, что ты потеряла лицо? Я даже представить не могу. Может, облысела. Может, что еще с тобой случилось? Вот. Что-то такое, прям не знаю, как-то я уж волноваться начинаю. Человек без лица. Может, тебя вообще нету? Потому что одуванчик как таковой, вот он разлетелся, его нету. А голос, наверное, кто-то... Как сейчас же можно, говорят, вот голос-то подделывать? Я так думаю, наверное, это нет этого человека. Вот. А кто ж тогда деньги получает с этого канала? А, он, наверное, у нее тоже не монетизированный. Да, там что-то вроде как маловато у нее людей. Вот. Но, наверное, так. Трудится ради... Не знаю, ради чего. Ради интереса, наверное. Угу. Вот некоторые каналы, они, значит, тоже там вот, подружайки-то, они трудятся ради установления истины. Кто-то трудится ради интереса. Кто-то трудится ради денег. На каналах всякий народ бывает. А ради чего эта мадам трудится? Чтобы задавить каналы, отвлечь публику. У нее там 2 комментаторши, больше нет. Не знаю, получится у нее что-нибудь или нет. Но я так думаю, вряд ли. Вы представляете, что там с мозгами? Вот когда в кунсткамеру ходишь, там бывают заспиртованные всякие вот такие вот интересные объекты. Вот я думаю, что вот этот вот самый цветочек желтенький, он тоже заспиртованный. В общем, это уже не человек, это так себе объект наблюдения, но говорящий каким-то голосом. Вот так вот. Такой я сделала вывод. Кто со мной не согласен? Ой, такое у меня хорошее выражение. Лайки ставите, дизлайки. А где у нас лайки? Лайки это кто? Это собачки. Они на других каналах. Там им косточки раздают. Да, вот они придут потявкают, им там косточку дают. Да. Ну, ладненько. Значит, вот, обратите внимание, что теперь появились у нас не люди, объекты заспиртованные. А все это идет от этого канала Травница-Муравницы. Вот. Поэтому вы, когда будете проспиртовываться, вы все-таки подумайте, в кого вы можете превратиться. Вот. Цель моей беседы с вами была такова. А на этом я с вами попрощаюсь. Вот. Шарфик я снимать не буду, потому что хорошего тут ничего нет. Да. Потому что принимая по одной ложке, а лекарство она говорит, я то принимала, я это принимала. Как посчитаешь, сколько она принимала, так к концу вечера-то она хорошенькая становится, да. Вот. Так я думаю. Как думаете вы? Ну, можете просто
про себя подумать. Ну ладно, до свидания, всего хорошего. Оставайтесь со своим мнением, со своими мыслями. А я останусь со своим мнением, со своими мыслями. Вот так, что я не переобулась, я просто переоделась.